фільму. Дивіться уважно про Аліка та Льоліка, козаків відважних. Захотіли наші хлопці в козаки податись, щоб жінки не заважали в волю напиватись. Бувай, Галю, бувай, Валя, ви ж такі хороші. Дайте сала та цибулі і на горілку гроші. Гей! Ой, спасибі, чорна птиця, що ти замовчала, не накаркала в дорогу, тихо проводжала. А у цьому шиночку гуляли завзято, все поїли, все попили, підпалили хату. Хлопці, хто ви? Чи артисти тріобандуристів? Ні, ми екстремальна група бойових туристів. Поскакав до них, козаче, поскакав завзято. Не одну, а три цигарки про запаса взяти. Дали дядьки прикурити не один, а троє. Тепер можна відпочити нашому герою. Соловейку у садочку, тут свистів красиво. Зараз чорні дерева та нечиста сила. Відсвистався соловейко, так що втратив зуба. Дали вухо інтуристи, ледь не врізав дуба. Не сумуй, друг басурманський, якщо маєш гроші, буде зубчик у тобі файний, золотий, хороший, гей! Люди добрі і хороші були і ще знайдуться. Якщо не жалкуєш гроші, вони повернуться. Спасибо большое. Хата є. Курячі ніжки. Нема тільки чарки. Гей, хазяйко, наливайно, щоб не було сварки. Гей! Якщо хочете ви, хлопці, добре заробити, треба, хлопці, віп-ремонт та хаті цій зробити. Хочу тебе. Хочу, любий, хочу тебе, милий. Будем пити і милуватись разом до могили. Льолік, ти де? Не понял. Любий друже, що ж ця відьма з тобою зробила? Ах, получиш ти попитці! Тримайся, вража сила, гей! Скоро вечір. Спасибо, друг. Зроблено немало. Дома на жінки чекають та горілка з салом, гей! Але спершу давай, куме, діамант ділити. Давай шаблю! Чи булаву, щоб його розбити. Люди добрі і хороші були і ще знайдуться. Якщо ти жалкуєш гроші, вони повернуться, гей!
С этой долбаной поэмой ничего не получается. Давай выпьем, куме, водки. Он же выдыхается. Шайтан, майтан, стоматологи, хуй! Люблю я летом с удочкой над речкою сидеть, бутылку водки с рюмочкой запас собой иметь. 19, 20, 21 очко. Помогите! Толстолобик! Сисом! У, ты здесь же секретный форматор. Ой. Вот что надо ловить, дурачок. Сейчас мы поглядим, кто дурачок. Чарующая бездна. BBC отдыхает. Очевидное и невероятное. Ой, как вас звуть? Галя Русалка. А я Дельфин. Иди сюда. Хочешь оторваться по полной? А как это? Сейчас увидишь. Как любопытно. Смекни. За что? Галя, Дезви, вы что, обиделись? Хулиган, я, пожалуй, избавьте. Что, сорвалась? Дурачок. Ой! Клюет! Тяни давай! Тяни! Алик, ну вы что, дурак? Ну 25-й раз одну и то же! Ну вообще, ну кто так делает? Кто дурак? Ну, Алик. Юлик. За наше случайное знакомство. А у меня и кружка случайно есть. Тебе половина и мне пополам. Я. Что такое? Извиняйте. Вы находитесь на территории военного на объекте. Всем лежать. Сказано лежать, а не стоять, вас тоже касается. Пол-литра в дребезги. Пардон. Сдаются! Никто не смеет, Олег уж нагадит. Какой танкист был конец. Концы в воду. Какие концы? Это же мокрое дело, это же генерал. Это же генерал. Это же статья. Надо за ним нырнуть. Ты боялся! Генералы не тонут! Ты статья! И что ты за боже? Ты слава! Боже мой! Страна! Я тогда там, мой возьму хорошие колесики.
Да что ж такое? Момент склеит в момент. Палки, а это счастье палки. А ёлки-палки, ёлки. Счастье ёлки-палки, по пальцу вдаришь. Роза жизни битовуха. Темень, как у негра ухо. Не жени, сказали мама. Ведь семья страшенна яма. Я не слушал свою мать. Теперь мне шо? Мені теж так мило треба. Я хочу, як вона... Кричать! Хто стучиться в дверь твою? Тільки не кажи, не п'ю. І хоч я не Дід Мороз, зроблю тобі красний нос. Ти відьолік не дурак, щоб не бить зі мною первак. Ей, чучундра, не зівай і на стіл нам накривай. Щоб уникнуть перебранки, зроби скатерть самобранку. Щоб були покрепчі нерви, наливай льольох по первій. Щоб не мучив геморой, вип'єм Аліко второй. Третю вип'єм ми сейчас, щоб любили дівки нас. Що хороше кінчається? Ні, праздник тільки починається. Що ти думаєш, сусід? Новий год, а ёлки нет. Голова моя дурная, що же делать я не знаю. Ёлик, братчик, не горюй, на проблему цю наплюй. Горівать нам нет причини, зробим ёлку ми з мужчин. В лес з тобой іти пора, візьми, ёлик, то пора. Треба крепкі місці мати, щоб йолочку зрубати. Випілі з тобою немало, ріж би б'ялка не напала. Щоб ми, як в прошлий раз, не набили тьоще глаз. Жаль, холодная водиця, і в міг могли би потрезвіться. Диви, яка краса, бач, уперлась в небеса. Тут рубать її, рубать, я хочу маленьку мать. Я читав журнал із Польщі, жінкам нравиться побольше. Ёлки-палки, что такое? Нет от алкасей покоя. Видно мне такая масть, мне придется в ночь напасть. Слышишь ты, что за дела? Белочка ко мне пришла. Ну какой же он тупой, видно плохо с головой. Ты прости уж, старичок, нужно вправить мазитек. Если нападает белка, точно будет перестрелка. Я за Лёлика проклятую белку к ёлке припечатаю. Разберусь, кабан! С тобой я устроив мордобой! Сюда. Сейчас.
Вот из сказочки Гаплик зроблю з белки воротник. Ой, не пойму я що і як. Йовицький Гаплик! Забирай-ка. Где тебя всю ночь носило? А тебе шо пусто было? С Новым роком, добрые люди! Це не все, ще далі буде. Хватит дублі, у меня уже не скурка, а друслак. Белку бьют в глаз, чтоб шкурку не испортить. Дома налива, а ми отут з товаришем сидим, як дурає. Знов щось в мозгах свербить. Happy Christmas to you! Что-то в мозгах свербит, бабуть к баблу! Та не звертайте уваги, куме! Сюрприз! З новим роком! Чисто.
сегодня повезло. Вам товар, а нам бабло. Развели козлов, как ослов. Приказываю очистить похлость. Хотіли як краще, а вийшло як завжди. Первым делом, стеклотара. Ну, а девочки? А девочки потом. Живут же люди, крем-брюле жрут. Це сріблястий птах! Птах! Я хочу його м'яса! Форма. А що у них там гніздо? Увага, увага! Зненацька прилетів літак Нью-Йорк Малія Козулі. Яля! Натюрник! Это не початий край роботи. Бери бабло! Доки руки не свело! Ох, сльот юних техніків! А чим ми ці інструменти змазуєм? А? Ответ правильний! Проходьте, товариш Бен Ладен, я вас не узнав. Hello! Що, яке хайло? No, I am American. Хто манекен? No, I am USA. Хто Моїсей? Тут написано «уса». Зараз ми подивимось, які в тебе вуса. Так, запрещений Ямані, запрещений апарат і запрещений мій телефон. Галя. Это вам. Цель приїзду? Сміна пола з помощью мужського скелета. Знакомьтесь, это Вилли. Ви його не пугали? I'm just going to say I love you. Ох ти, йоли-пали! Капля нікотина вбиває лошадь! Казала Галя, не пий! Здравствуй, землянин! Я привез тебе багаж! Та де ж цей багаж? Багаж знаний! Ми знаємо, як ізбавитися від алкоголізму! Нікода! Алкаш, блін! Чистий Кличко! Время Х! Время Х! Увага, увага, громадяни, пасажири! Подивіться уважно на цю штучку! Зараз ви мені віддасте те, що заховали, і забудете об этом навсегда! Йолик не лягав! О! Спокойно! В'єтнам? Гроші давай! На! Внепланова проверка! Ти куди?
Самозванцы! Догоню, убью! Нас не догонят! Нас не догонят! Еще дубль в кадре, микрофон! Який дубль, п'ята палка! Так вы, Гоша, из Америки? Что за бардак? Ну где вы его взяли? Так же не снимают. Мне к Бондарчуку на съемку надо. Я опаздываю. Будем снимать или нет? Ну что? Хорошо пошла. Пора бабло косить. Сенокос наступив. Учись, поки я живий. Стоять! Стрибали, так, до носа одну ручку, другу. Програв, синок, це ж церковна миша. Пахне конфіксацією, хабарів не беремо. Ну що, танцелював? Суп, беру. Дурний, це ж я образно. Спокойно, спокойно, от нас не уйдет! Переходи на четвертую! Стоять! Дайте мені цього сценариста!
призываю огонь на себя. Вот так. А мы вот так. Это тебе не шахматы, тут думать надо. Чтоб тебе пусто было. 12-й раз! Ну подумаешь, годовая зарплата. Давай на премию. Тревога! Лёлин, скорейше, на дворе темно. Мы пойдем другим путем. Чучело этот день, ты видела героя, моего друга Алика-пожарника. Всех на подтрибунал на! Спасайся, товарищ! Это же Министерство обороны! Слушай, да по-взрослому целуемся. В засос французский поцелуй, просто. Алик, представь, что это Мерлин Монро. Ты же актер. Ля-ля-ля-ля. О,
Девочка, вам укольчик сделать? Гуляй, Вася. Извиняйте. Так, ну где же он? О, 13, точно здесь. О, и боец молодой вдруг поник головой. Симулянт. Ладно, зараз я тебя вылечу. Анестезия, дуче мелодия. Идим, отечество нам сладок и приятен. Сейчас у тебя все поднимется. Ай, болит! Спокойно, только не по голове, она у меня болит! Голова! Пора освежиться. Полный дом валюты и сплошная зелень. Пора в обменку. Мани, мани, мани. Лето дни. Это. Что ж такое? О! Инкассаторська! Гришка, стой! Прими валюту! Гришка, держи кулетик! А когда он упал со скал, он стонал, но держал! О, еще поживу! Ай, доллар падает! А волны ушудите в плаке! А головка-то, Бобо, дядя! Белочка! Я белая мышь! Слышь ты, крыса, а ну давай иди сюда! Пожалуйста! У тебя анальгин есть? Есть! Ну, крыса, погоди! Я сейчас из тебя шашлык сделаю! Говорила мне Галя, закусуй! Вот это так, белочка! Эй, придурок! Догоняй! Ну, держись! Стоять! Крысёныш! Белочка. Я Белочка! Только бы проснуться! Только бы проснуться! Только не по голове! Спокойно, товарищ! Только не по голове! Только не по голове! Один укольчик и полный покойчик. Доктор, жить будет! А смысл? А вот и я! Куме! Отзовитесь, гордисты! Полная амнезия. Но ничего, у меня есть одно средство. А? Мама делала. Да дай сюда, не здесь же. Я знаю одну скамейку. Но сначала должок. Тут есть один. Хирургию он же прячется. Хирургию вперед! Это он? Он! Я его по скелету узнал. Это тебе за анализы. А это тебе за клизму. Сейчас приколимся. Только не спугни. Ну,
Салагина! Вы у меня как белки в колесе! Будете крутиться! На! Только не темперял! Маму, купить котика! Назвіть його прапорщиком! Приходько, приїду, заріжу! Мамо! Ви солдати или хто? А если война, хто буде родину защищати? Я! А ну, розстрісніть рог, тягни носок, тягни носок! Тягни носок, будем копать от забора и до обеда направо! Перекопать весь асфальт вылетит. Генерал слуха. А я, Гая, я не могу. Ой, що у вухах верещить, а? Не чує? Шпион живой. Отпуск на двоих обеспечен. Ай, на любимый, на мозоль! Отомсти за друга! Хороший друшлак. Ай-яй-яй. В экстремальной ситуации у солдата и лопата граната. Колбаса ты моя, колбаса. Не едал я тебя целый рик. Колбаса ты моя. Отдай колбасу, Копперфильд. Кумит, то ж прикол такий. Волга, Руси, Шмоте. Волга и русская река. Здравствуйте, друзья! Игвин турист! Игвин хочет показать my friend поросятку, его родина! А ну выходьте с транспорта, интурист! Пожалуйста! Встань к лесу передом, ко мне задом! Пожалуйста! Не бійся, сальтисончик! Ты вдома! Тебя никто не убит! Дружба дружбой, а сало в рот! Ку-ку грилю. Я, конечно, дико excuse me. Where is mine поросятко? А? Кто тут? Ты не бавишься, ты... А ты, Лёлик? Лёлик, ты где? Иду на сближение! Них чисен! Сдаёмсу! Гудбай, люби друзей! Наша дружба нам есть! Приезжайте! До свидания!
чекаємо на вас. Та стріляй, не бойся, холостой. Пардон. 15-й дубль. За те же деньги. Это ж долбануться. Можно! Не Галя ждать. Може краще дезертирувати. Не хочу в армію. Сіліто підійшло п'ять, а тоді біля пахать, пахать, не хочу в армію. Ей, я, ей, не хочу в армію. А чи туди мене Галя ждать? Зараз я тобі устрою душ Марко з електрофорезом. Ой, так, а тепер я пошучу. Нам поручили испробовать новую секретную технику на тех, кого не жалко. Да, на вас. Есть! Кто придет к финишу второй, получит за всех на, если выживет. Я на тюрлих! Ахтунг! Ну шо, салага, жду тебя на финише. Посмотрим, кто салага. Спасайся, кто может нам! Ох, пронесло! Вот и раз! А это два! Надерли! А вот вам три! Привет от Курниковой! Пустина! А простите, уважаемый, я заблудился! Не видели мою маму? Постойте! Какой быстрый джигит! Хорошая машина! Все у ней есть! Эх! О! Сбылась мечта детства! PlayStation! Ну как? Бам! Ох, спецэффект! Як по-настоящему! Простите, пожалуйста, я из другого фильма. Что я здесь делаю? А, чтоб страшно было! Нет, я первый. Я тебе говорю, я... Ой, что это такое? Нет, ты первый. Нет, ты первый, ты герой. Нет, ты первый. Ты первый, да. Ты первый. Кто это сделал, на? Да я вас... Ой, камера цела, а оператор не проблема. Ты же говорил, не взорвется, на. Ты же говорил, каскадеры будут на... А! Простите, еще дублик. Какой еще дублик на... Мой генерал, пакет доставлен. Что? А штаб кто раздолбал пакет-шмакет? И убейте себе голову, чтоб к концу месяца все стояло.
Не кочегары, мине плотники, да. И сожаления, и горьких нет, как нет. А мы вот эти, что ж там, а? Надеки-те, плеплеки-те. Зарубостроим туалет. Алик! Шо? Рекламная пауза. Понял. Так, одно фокер печа не хватает. Где же он? Так вот же он. Ну что, где хороший стол? А, там хороший стул. Седайте на импорт. Стоять! Руки мил. Это не кушать, это закусывать. Чтоб не капли мимо. Ой, шо? Шо такое? Выпивать в рабочее время? Вас ist das? Это он. Он. Das ist nein, хорошо. Вы будет наказан. Мстя моя будет ужасная. Ну, Криса, походи. Відходь! Еще? Куда еще? 3+2 не делится. Алик, рано. Я больше не могу. О, вас ist das? Давай! Путинка! Знай путь! Кто это? Давай! Давай, скорее, скорее! Поймали очень ловко нашу крысу в аналовку. Я так понимаю, алкоголь вы не любите. А как насчет зайду, да? Праздником, дорогие товарищи! Это не я, это он. Штурмовать далеко море. Классная идея. Остров сокровищ. Далеко море один штука. Мишку мне тут не строй. Так вот ты, какое мужское счастье. Ай, хрусталь не побей. Я тебе теперь
на руках носить. Не врать, я не грав! Не врать! Не врать! Не врать! Не врать! Не врать! Иди навпростить! Иди наперед, юный орел! Так, тихо! Щось смердить! Чую, враг наслідил. О! Берлинська шоколадна фабрика. Просрочена. Враг рядом, льолик. Зиббен, зиббен, ай, люлю. Зиббен, зиббен, ай, цвань. Ну, льолик, это твой звездный час. Хороший язык. Врагу не остается наш Лёлик. Герой пощады никто не желает. Мы вас будем питать партизаны. Прощавайте, мамо. Это моя последняя посылка. Посылки именно стёрка и сапоги. Сало больше не высылайте. Ваш Лёлик. Прощай, друг. Это будет страшная питка. Мы будем пить ваш самогон и кушать ваш сало. А за салом? Посу салом. Лёлик, саечка за испух. О, какой милый местный шутка. Ганс, за что ты получать этот крест? Лёлик, выручай! Снимал! Вот это друг! Лёлик! Шо разбилось? Дайте пить! Пить нема, а выпить есть! Гуляй, Лёлик! Ти так снимаєш, там не кіноти, там ляби мой клухик. Кропівати моя! Ох тут, прекратиться! Молчатин, капутин! Всі молчатин! Зіхать, капут! Ай, орел! Айтра! Ти що? Звонок оттуда! У тебя звонит? Ай! І у меня звонит! Где звонок? Так, где же? Нигде нет. Откуда звон? Это кто? Вы разведчики или где? Вы на задании или кто? Вы меня еще красным не видели? Придете без языка, останетесь без сала и чеснока. И чтоб все было чисто! И чеснока! Все будет блестяще, батя! Не волнуйся! Прорвемся! Чем больше сдадим, тем лучше. Алик, орден у нас на грудях. А
я скажу, не надо наград, не лучше деньгами. Бля-па-бим-бля-па-бим-бим-бим-бим-бим. Лёли, готов? Всегда готов! Все выше и выше и выше! Самолет! Опа! Битте шведский стол! Я! Тульский самовар! Я тебя фашист проклятый! Русским чаем угощу! Родная земля! О, берегись! Стоять, Алик! Ты что ты? Что ты чуешь? У вас есть дом? Приснится же такой кошмар! А ты, як молока з огурцями, с'єш, так всю ночь у войнушку іграєш. Бей, гадов, з молочей, ей! Хлопці, що таке? А, перерив. Алік, поїхали перекусим. Тихо, округ. Тільки не спить, борсук. Вуха свої він повісив. Наркомани на городі! Ти що, больной? А, це ти? На рибалку пора. Ой, забув. А правда, що у полнолуния всяка нечисть збирається і робить безобразія? Так, і хвалтує льолика, а потім поплюжить іще й дівичі. Слухай, тут такий сом. Прямо сумоса. Сам бачив. А ти вудочки взяв? І вудочки для істончів. О, ловись, рибка большая. І очень большая. Вперед! Алик, у нас две перспективы. Ад и рай. Если рванем ад, то в рай нас примут вне очереди. All inclusive, понимаешь? Обкурились наркоманы. План Барбоса! Пора спасать землю! Эх! Анзай! Я Джаба. Я бачу. Ви шпіон? Ви хотіли помішати мій грандіозний план? Ні, ми компанія Бетмен і Супермен продаємо хрустящі палочки з огоньком. Пробник безплатно, прошу, скуштуйте. Перцю маловато. Що? Могучий Халяві капут! О,
Что? Вітаміни тройної перегонки! Мама ділала! После первой и второй перерывчик небольшой. Молодец, жаба. Ну, на коня. Алекс. О, великий, о, могучий Алекс, сделай вселенную счастливой. Нема проблем, хлопцы. Пьются песни. Чернильна Україна. Ти диви, американці на нашому місяці свій прапор поставили. Ето какая наглость. Ісконно український місяць. Ето однозначно. Хозяйничать, як у себя в Ираке, понимаете? А ну, хоть моя Америка, о, да я не буду никогда. Хоп-хоп-хоп, тихо-хоп, а мы летаем, ой, тихо-тихо, аккуратно. Одна родина за столом, одна калина за вікном, і Україна бог. Аю, накривай на стіл! Аю, ти що, ти ж гості? Ти ж мене позориш, боже мій, аю! Річко, не шуми, дай поспать я. Куме! Рада підйом? Ага. А я, знаєш, ще з вечора приготувався. Нагнав боєкомплект. Дві штуки. Малувато буде. Главное не количество, а качество. От скажи мені, що отличає мужчину? От женщин. Дурак, да я не про то. Мужчины от женщин отличают охотничий инстинкт. О, хе-хе, спасибо. Я им красиво от всего сердца и деньгам, а они кирпичом по морде. Пора открыть боекомплект. Щоб рука не дрогнула! І глаз не подвёл. Ти що, здесь один? О, звиняйте! За інстинкт! Ось, ось! Бондёрно, амиго! Ей, текила! Що я, животное? Що, іспанець? Не, мексиканець. Вот это нюх! Не угодно ли закусить? От сволочь! Да я тебе голыми руками! А это наш сувенир! От это стайла! Ну що, літі домой, мачо! Літі з приветом, вернісь з ответом! Це він тобі от душі, олігархом будеш!
Это не он! Ах ты ж, унитаз летючий! Это от чистого сердца к деньгам! Никакой благодарности! Ну, як? Да никак! Припасы кончились! А? У меня в погребе полный боекомплект, 12 литров. Нема только закуски. А вот и закуска. Я от дедушки ушел. Я от бабушки ушел. Ну, и что дальше? А от тебя, лиса, и подавно уйду. Здравствуйте. За то, что вы меня спасли, я вам отдам дедушкин клад. Он находится под... Ты понял, что ты сделал? Столько намеков на богатство сверху капнуло. Я уже по уши в этом деле хожу. Уже олигархом должен быть стать. Инстинктом чувствую, что золото рядом. А вот где? Тихо, не двигайся. Сам візьму! Золото! Золото! І звідки ошибся! Ай, ти куди? Що? Труба! Главное, я надіюся на інстинкт самосохранения! Руку давай! Мужики, бабло надо? А мне нужна бригада! Мана! Ваши аргументы очень убедительны! Согласны на любую работу! Мы попали. И помните, мужики, труд даже не с обезьяны сделал человека. Ну и что тебе подсказывает твой инстинкт? Белый медведь, смывайся! А если сейчас попаду, то с вас, гумы, еще 100 евро! Что такое? Я не поняла, ты кто? 100 евро, и я ваш на всю ночь. Ну, начнем. Опа, Копперфильд отдыхает. А мы вот так. Кума выпьет мухою. Das ist fantastisch. Ich liebe dich. Ну вы даете. Не говорить, Кобе. Сколько я зарезал? Сколько перерезал? Nicht schießen! О, кирдик, бабайка! Дули, як не бували! Ha 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 ha!
сало и грилка. Майкум. Вот это мандолина. Проверено электроникой. Хорошо сидим. Злые вы. Уйду я от вас. Так, давай играть. Чем? Пинцетом? Алик, не симулируй. Оп. Извиняйте, я текст забыл. Фонтан Красная Мэри. Опять кетчуп кончился, да ёлы-пан. Кто под мухой? Я под мухой, да я не пью вообще. Снимите меня, снимите меня, снимите. Снимаем. Во время съемок этого фильма ни одно животное не пострадало. А наших зрителей интересует, были ли во время съемок пикантные моменты, о которых вы теперь сожалеете, а? Нет, ну все было гладко. Даже вспомнить не о чем. Ёлик, скажи. Yes. Грибы давай! Ну, не стоят-то на сгорке и варнах. Алик, догоняют! Да задолбали! Кто ж так стреляет? О, нас снимает скрытая камера. А ну-ка, дай сюда. Слухай, оно тягнет тонны на полторы. Ты знаешь, по-моему, оно для нас тяжеловато. Сдадим, озолотимся. Ой, да что ж такое? О, что за пробочка? А! Гроши уплывают, ёлы-палы! Ой! Мальчики, айда за мной. У тебя была русалка, чи нет? Ты знаешь, они с пивом хорошо идут. Слухай, я коронованный чувак. Здравствуйте, женихи! Наконец-то моя рыбка нашла свое счастье. Совет вам, да любовь, и детишек побольше. Расскажите про вашего режиссера и сценариста. Два в одном, как Проктер и Гэмбл. Он гений, как Чупа-Чупс и Марс и Энгельс. Скажи. Yes, it is. Слухай ты, Ильф и Петров, что это такое? Это сцена на завтра. Мы снимаем ее завтра. Не, я тебя, братья Стругацкие, спрашиваю. Что ты накаякал? Я сколько раз буду повторять, что эту сцену мы снимаем завтра. Все, иди и не мешай мне. Так вот, Дюма старший или младший? Я не разберусь, кто ты старший или младший. Но если ты это не перепишешь, ты будешь жрать у меня сценарий день и ночь, понял? Вот, видишь, ковнит СССР. А что вы скажете про композитора? Волчик Быстряков, це глиба, я бы сказал... Динозавр музыкального Олимпа. Ёлик, скажи. Моцарт отдыхает.
слышишь ты, Амадей? Что это ты накалякал, а? Это милая партитура к серии. Что? Яка партитура? Товарищ, что это музыка? Ты меня слышишь или нет? Ну а как же, музыка, конечно, гениальная музыка. Слышишь, гений? Если ты не напишешь нормальную музыку, ты у меня пальцы сожрёшь, понял? Так, только не бейте. Что? Только не бейте, дай. Можешь, если хочешь, в этом духе все переписать, понял? Шпок! А, во! А как происходит озвучка? Мы лично писали живой звук на площадке, поэтому ничего не могу сказать. Ужасно! Что не так? Ужасно плохо! Не чувствую ужаса боли! А ты что молчишь? Сейчас перепишем. Плохо, еще раз. Дубль давай! Ну какой дубль уже? У меня уже горло болит! 37... Стоп! Еще дубль! Опять не так? Да, не так! Не верю! Алик, ты что, Станиславский? Какой еще дублик? Не верю! Давай покажи, как это делать! Покажу! Давай! Даю! Давай, иди! Иду! Я сейчас тебе покажу! Давай! Да! Становись, ну! Лёлик, иди сюда! Лёлик? Давай, Лёлик! Вибачай, ніякого хвалтування, це творчий процес, звиняйте. Ваш продюсер вами доволен? Колька, та он святой чоловік. Он делал все, що ви йому говорили. Та ні, що вам говорить, он із нас сделал людей. Коля, is it beautiful producer in the world? Да. Так это у меня ерунда. Вот. Что это? Это смета за 7-ю и 8-ю серию. Надоели вы уже мне! Спасибо! Валите отсюда! Знать вас не хочу! Спасибо большое! Спасибо! Ну что, подписал? Да все нормально! Я тебя спрашиваю, подписал? Не успел! Я ему сказал, что это унизительно мало для нас! Зайду через год, пусть подумает! Ну ты даешь! А чем же мы этот год заниматься будем? Что, идем в кино? А что за экшен? Я не знаю, про каких-то придурков пока. А сейчас, дорогие друзья, специально для вас песня про ваших любимых Алика и Лёлика. Поехали! Ми парти непростіє, крутіє, заводніє, ми кумов'ялікіє, доволі вам родніє, хотів іметь бабулі шаровіє, машину, хату, зуби золотіє. Скажу вам между нами, ведь это мы все с вами. Хотим иметь бабули шаровые, машину, хату, зубы золотые. Хорош!
гроши! Дайте гроши нам! Помогите, кто сколько сможет! Мы отстали от жизни! Нам обрезали карман с деньгами!